хорошо обнаружил, потому что мы сами здоровы. Чё, блять, не все заехали туда, но... Парень, Тима, можно? Можно, пожалуйста, подойдем ко мне. В смысле, нельзя остановить здесь? Ебать, чё, слишком близко? Серьезно? Кому фаер Тима? Кому фаер Тима? Кто там просил? Я. Ага, давайте все обратно в машину, мы слишком близко торчим. Да, обратно. Кто стрелял? Забыли одного. Дайте одного. Давай ко мне, наверное. Пометки щита, как них хаб. Да, не мог. Ага. Ау. Если что, я отстреливаю с горы. Ага. Тебя перестреляли? Кого спустили? А, кто-нибудь взлетит, наверное, соплю полностью, разгружайте, потом постреляйте за мной. Вообще поставьте себе пулеметы и прочую херню. У меня саплай уезжает. Шепните обратно. Заметьте. Рацию закопайте. Рацию закопайте. Спасибо. Ты брат, а молодец, умница, блять.
Поднимите щита, пожалуйста, лопатные войска. Парни, оба, не задерживаемся, проходим дальше наступление. На точку двигай. Да-да-да, заходим в точку. Кто-нибудь, заберите пулемет, остальные в точку. Так, кто там есть? Что ли, бизнес? Встань по нашему хабу, забери саплю. Отвези ее, потом попробуй, хорошо? Хетцер, ты услышал? Алик, ты тут? А, слышу. Возьми сапки, отвези домой, пожалуйста, пополни его. Все, принял. Спасибо. Бля, а у нее колеса сбиты. А, возьми кит с мини-медика на инженера. Все, понял.
Если не инженера, то на водителя. Что один, что второй могут чинить. Все, я понял. Да, и слушайте, а на западе точки все еще есть враги. Бля, подошли к этой. Таракан, смотри, прям возле этой рации, к рации подходит один хуй. Ты поможешь откуда-то убили? Азимут. Прям возле сопли. Он прям в упор ко мне подошел. Я понимаю, азимут. В смысле, перед капотом он был. Так ты его убил. Я его не мог убить. Но он лежит мертвый. Значит, он устал просто сам. Поднимешь меня? В этой фарихатке или как в этом? В платке на башке. Да, да, да. Он мертвый лежит. Ну, с воды мертвый лежит на тебе. А вот на... Даю метку примерную. Снайпер, на... Развернись, короче. Метку дал актуальную на каску. Даже движение, блядь, я продублирую. Таракан. Да, что? Блять, как ты откроешь, что? Хорошо, сейчас буду. А по мне с на противоположной стороны настреливают. Все, мы поняли. Вон пулеметчик перед тобой. Мистер Бин, пулеметчик у тебя. Да ебать попасть, да сколько можно? Техника.
меня собаки или что? Я не могу не уйти. Слушайте. Я ее отремонтировать не мог, я баговался, пиздец. Ну, да, похожу. Да, все, я понял. А она там говорила, что уже уничтожена, скорее всего. А, да? Да, в нее, в принципе, заехал, под нее заехал Motex SVU. И, скорее всего, ее подорвало. Но, типа, не подорвало. Я понял, кто-нибудь мертвый есть, нет? Нет, плохо. Пополняем БК, уходим, блять, на парочку, на мейн уйти по-хорошему. Пополняйте на точке все байкомплект, ну, на этом хабе, и выкапывайте фоп. Так я пробегусь до мейна, возьму соплюнову. О, блять, кто там есть? Гном по мейну. Пополняйтесь, я начну сейчас выкапывать. Пополняйтесь сюда. Гном по мейну, встань, пожалуйста. Блять, просто слов нету. Нахера было бы предупредить, чтобы выйти, блять. Так, парни, теперь где-нибудь вот сюда сдвигайтесь, пожалуйста, кто остался жив, кто остался мертв, наверное, по мейну. Хлопцы, может включать музыку, нам ехать долго.
Что там, страйкер нормально проехал? Ну, как видишь, да. Выкидывайте. ЗСУ стоит, Катрюш. Патроны не нужны сейчас особо никому. Сразу идем в атаку, не откапывайте, потому что остальные появятся, капают сами. Так, тут есть метка хаба, надо проверить ее. Парни, подходим на метку. Подходим, не стесняемся. Там еще один бухгурич, бухгурич еще один. Кладу, бухгурича, кладу, бухгурича. Все, всем нахуй, все нахуй, все нахуй, все нахуй отсюда. Нам хаб заблочили, ребят, нам заблочили. О, урали, кстати. Мертвые порали. Кто сел за лужку, блядь? 10. Блядь, сейчас победим. Ништяк, не гам свой, положил. Злая рыбка, потрогай меня. Блять,
Проверьте, рацию копают. Рацию копают. Все, не трогай больше, рацию копают. Что там страха на тебя дела? Так, сейчас отмечу примерно отсюда. Бим, в машину прыгай нашу. Прыгай прямо в машину нашу. Угу, отлично. А лежит, я поднимусь. Пока их не выходи. Да-да-да, мы ждем, мы ждемся. А, загружай все ресурсы обратно в машину. Патроны тоже. Ага. Сейчас около машины, ребят, собираемся, хилимся. А дальше у нас дальше. Значит, кто тут будет нам. Всех машин, всех людей посыпать, короче, вот. Таракан, ты тут, нет? Таракан. Медик, комиссар, в машину. Медик, медик, в машину. Бля. Так, у нас крыс нет, секунду. Снайпера кому-то не достался, блять. Ушел с нашего ряда снайпера. Обида, печально. Ой, ой, это по нам. Что, по нам, говоришь, работают? Не, рацию просто выкопать, наверное, надо было. А, похеру. Там шестой, пятый, что-то я бегаю. На 10 тикетов. Здрасте, здрасте. А, жди. Жди чудес, Анклав. Окей, окей. Как раз Новый год скоро. Да уже проигрываем, выигрываем. К
как это. Пока все хорошо, две подряд захватили сейчас. Неплохо. Я выбрал правильную сторону. Однако. У нас есть темки, блять, они красивее звучат. Сразу я топ за свои деньги. Ладно, какой мне телефон в таком случае, блять. Кто там выкурился из машины? Да я, в меня стрелили. Да, подниму. А, сказал бы сразу, что тебя пострелили, ё-моё. Я не люблю жаловаться. Мужик. Сергей. Оторвало ногу, выпал из машины. Не повод жаловаться. Так, снова вас слышу. Анклав, ты в принципе можешь вставать по хабу, который любой. И пока пробуйте атаковать точку. Ну, давай. Так, кто впереди место занял? Так нормально ехал. Освободил. Парни, если кого-то ранил, блядь, ну хотя бы кричите, я не знаю. Огонь, спасибо. О, там что-то какой-то хаб нерадужный, на котором я встал. Ой, 7 его обстреливают. Будем знать, что к нему лучше не ехать. Итак, пацаны, у нас есть охуительный шанс сейчас заехать в ЗУшку. Очень надо его не упускать. Да, шанс упускать такой нельзя. Здесь все-таки на ЗУшке нету. Мне кажется, она разъебутся. Я, кажется, в эту ЗУшку, блядь, она от нас на западе была. Да. Ага, увидел БМПшка. Сейчас пока дождемся. Это же, блядь, заезд с Эхмейна. Ждем тут 2-3 минуты, ребят. У кого-то есть кит на автомат, на РПГ, нет? Рядом со мной. Хода нет. Куда ты уже убежал, зебра? Блять, это очень херовое место. Зобра, тебя вообще не слышно, тебе микрофон не работает. Парни, машину, пробуем прорываться. Блять, там пиздец, какое движение. Давайте машину, парни. Высадка, блять, сразу, ну, ход дроп. Получается, только приезжаем. Готовьте, что будет замес. В
мы как ниндзя. Да, которая пытина нахуй едет. Сопля, сопля их нет, сопля проехала. Я знаю, я знаю, мы пытаемся прикрыться ее шумом. Фобова 7 обстреливает пара человек, и никто не может с ней выйти. Сейчас будет вам фоба. Соплю принимает? Нет, 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 пока стелс, пока стелс. Разгружайте. Она, походу, развернулась. Она, у нее паника, походу. Угу. Тут придется конечно ставить какой-то то ли пулемет, то ли тур вообще. Да, на тур не хватит, на пулемет хватит. Вот тут место прикольное. Выйти на центральную дорогу. Давайте на центральную. Блять, передо мной пехота, парни, нужно прикрытие. Мне М-ка, блядь, для ближнего боя. Тут БМП осторожнее. Не отсвечивайтесь особо. Нужно пройти, ребят, флангами на метку щита, как угодно, на противнику щита, поставить там пулемет, смотрящий в сторону их мейна. Че там, подымется какой-то, думаешь, нет? Грина, 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 грина. Моя, блин, о. Давай через тему. Еще бег. Давай, давай, повышай. Все понял. Поднимай, поднимай, закиньте туда. Ёб твою. Вот тут по мне лежат, по мне, дайте хоть пол. Да-да-да. По мне отработали. Ну, чёс сигнал. То есть с того берега убивают. А БМП 30-ка? О, сдох. Thank you.
Бэха минус. Отлично, бэху закончили. Нет, как хабы главное, ребята, на пойму. Пулемет ставим? Нет. Проходим на... Так, патроны, знаете, чтобы у всех были, чтобы у всех была возможность нормально прожить чуть-чуть. А, проходим на... Поставить здесь ящик. Так, я прям на выход без лидера. Жвачку главное возьмите. Бургер не забудьте с кока-колой. Не презервативы. А, так, наш, наш. У нас не инженер, да, и РПГшник только один. Печально. Ну, зато два медика. Два медика это хорошо, да. Так, на Кадишиме нужно будет буквально пара человек, остальные могут идти в атаку. Медики в атаку все, мне ставьте бим, остаешься со мной, бим. И Зобра тоже сам со мной. Остальные в атаку.
Джарек, то же самое, ты тоже двигаешься за стороны в атаку. Если что, ралли есть. Сейчас ждем вертушку, настроим. По метке движения у них торчит, если что, этот хаб, имейте в виду. Спасибо. Зобр, ты не туда бегаешь. Ты должен был выиграть со мной, а не прямиком без лука. Закапывайте патроны, закапывайте хаб и все, то же самое, вот так вот двигаем. Там отметили хаб и хоб, надо продвинуться в ту сторону, все, кто жив, кто присутствует. Будешь за забором, не переживай. Он будет по ту сторону. Да. Чё за читы, блядь? Это новая функция поднятия через Wi-Fi. Это технология ноутыча. Медицина просто дошла уже до этого. Нужен медик! Спасибо, Митя. Ну чё, финально, видно, не напрягли. Да. Спасибо, Митя. Север в воздухе, как-то меня висит. Это НЛО, это лампа. Это разъёбная лампа в воздухе висит. Где? У тебя галлюцинация, брат. Меньше принимай на боль. Ты обезболивающим из аптечки не балуйся так много. Это а ты чуть выше посмотри. А куда смотришь? Трон. Куда? Как думаешь, это был дрон?
это были нурсы, да. Это были нурсы. Так это... Это нурсы, это не дроны. Они пока пристреливались просто. А, кстати, о чем мы все из триггера ушли? Триггер! Да, ребят, что-то все из триггера ушли. Все, дальше двигаем. Да, 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 двигаемся дальше. Проходим через стекло, ребята, двигаемся дальше. Сейчас в точку арта прилетит. Так, движение, подсасывайтесь, дальше метки движения не проходите, оставайтесь лучше всего вообще в воде. По метке движения, ждите, пока он проходит. Спасите, я сейчас убью. У вас есть страховка? Я жду канаду, у меня она всегда есть. Давайте отойдем. Надо, наверное, помнуть еще с Канадой. Житель Канады, и тебя подстрелили. Северо-восток, север-северо-восток. Кощета, по-моему. А, все, там. Метка щита патрона, ребят. О, бинты нужны. Пацаны справа дальше едет.
стучится. Крыша, на крыше один, вот тут на. На мне надо штука. Ой, на мне надо штука, но не активен. Сейчас, на крыше, сейчас защищу. Так, я тут на крыше не понял. На крыше. Давай внутрь зайдем, внутрь, внутрь. Че, гранат? Блин, видал? Да, я же говорил, гранат. Спасибо. Заходит. Кто-нибудь контрольте арку, пожалуйста. Спасибо. Арку, арку, арку. Давай, давай. Лучше гранат, ну, надо с этой стороны обойти. По мне рация, вражина. По метке щита. Сейчас подожди. Ну, давай, сейчас посмотрим. Втроем будем тебя лечить со всех сторон. Вот,
С РПГ кто-то стрелял. С востока. А, они уже с мейна тут. Медик есть? Есть. Подожди, чуть-чуть. Да хуя медиков. Ой, ебать, я увидел, что бывает. Пиздец! Да, пиздец. Бля, пацаны, вам нормально, нахуй? Бля, ну здесь кинта осталось. Сейчас еще зал будет. Ща. Давно успевайте разбегаться. Съебай, блять, кого я поднял. Убегайте. Убегай, не буду сейчас лечить. Помогите. Танкшен. Помогите. Вот его замуть, знает кто?